Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Это продолжение моей партии за Голландию в Sid Meier's Civilization 6. Вы слышите Алексея Халецкого, и я вас прошу перейти к первой серии этого сериала, если вы смотрите не с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, два камбуса я не успел построить, чтобы ускорить. Хотя, может, отвлечься, мне сейчас один достроится. Типа, хоть один ход тут сэкономлю. Ну и в нормальную эпоху, к сожалению, выхожу. К сожалению, то есть не темные века, не золотой век не успеваю. History is the version of past events that people have decided to agree upon. Бонусы от соседства камбуса. А, я их вот так открыл. Ну, можно бонусы от соседа, точнее, даже, наверное, нужно взять. Содержание юнитов уберу, возьму бонусы от соседства с кампусом. Так. И первый посол, я так думаю... Так, подожди, давайте я пока не буду брать. Ну, обычная эра. Класс. Трое в героической эре, трое в золотом веку, и только мы с испанцем... Грустно в нормальной. Ни одного очка не хватило до героического, блин. Вот это беда, конечно. В смысле, кому, испанцу не хватило? Да, да, да. Может, до золотого, ты ж в нормальной... До золотого, естественно. Бонус устремления. Ну, давайте, наверное, по районам. Районы будут. Ну, блин, нормальная эра, самая. Так, Грей, куда там надо? Так, ботаны вправо? Или куда? Нет, научная слева, справа религиозная. А, слева там за горами где-то, что ли? Выше китайцу. Как-то поломался этот фильтр по городу. Дурацкий. Если назначаешь на производство, то город голодает. Черт. Приоритет как-то странно. 6 ходов до 10 жизней. Ну а мы Польшу будем союз заключить? Мельницу. Так, я не против Магнуса. Че не вышел? Эти 74 науки. О, Саннер. Да, вот мы и встретились. Здрасте. А есть шоколад, наверное? У меня есть Катечка, шоколад. Катечка, что ты за него предложишь? Димка, давай я тебе шоколад. У меня нет шоколада. Я его два раза выменял. А у меня есть шоколад? Видишь, у меня нет. У меня уже есть шоколад. Я у Лёши два шоколада выменял. Ты мне хочешь еще один дать? Да. Ну давай, я могу тебе вино поменять, которое у тебя есть. Не, пока его нету. Ты ж выкупил клетку. Выкупил, но я еще не обработал. Фу. Сначала построить. А что сейчас, если начал делать юнит, то он достраивается по-нормальному? Я что-то начал лучше. Раньше было не нормально что-то с ним. Ну, я лучников начал делать, вышел в арбалет, а лучники продолжают строиться. Без военного лагеря ты в любой момент можешь делать лучников. Ух ты. Это круто. Это как тот баг с одним железом.
Что ты сказал, бак? Бак с одним железом, когда ты можешь делать коляски, если у тебя только одно железо в городах без лагеря. Так это ж не бак, это механика игры. Бак, это механика. Не было такого раньше. Коляски вообще не требуют. Делали это в каком-то патче, они сказали, что да, мы наконец-таки это починили. Нифига себе. Да. Ну, нубяра. Фу. Таким играть. Дичка. Это человек гайды пишет. Чему ты научишь? Два. Ничего. Это базовых знаний. Все. Коляски вроде ж никогда не требовали никаких ресурсов. Нет? Коляски, да. Ты выходишь в рыцари и строишь коляски. Если у тебя в городе нет лагеря, есть одно железо. Вот, теперь ты уточнил свой вопрос. Так. Все бегают в Амстердам, а из Амстердама в Спарту. Отлично. Тут 4 хода до... Грея, мы можем проход сделать совместно? Или я могу там где-то пройти? Могу, да? Подожди, а ты где вообще? Я возле города Утрехт. Так это не я. Это, да, это Лёша. Лёша, я могу там где-то пройти? Не заключая. А проход заключим или нет? Нет, а там нечего, там ты ничего не увидишь уже. Там за мной только перс, и все. А ГГшки есть у вас? Нет. Я даже сам еще ни одной ГГшки не нашел. За ними я нашел две ГГшки, одна на ух. Вера, другая на кресло фу. Ну, пока оставил, видите, вообще надо бы, конечно, на кампус. Кресло в заловенты. Сейчас службу ускорю, открою научную ГГшку, чтобы туда перс отправить. Чуть сколько поменьше, чем в жопе. Сколько тебе там до союза еще, Лёша? 4 хода. Окей. Великого ученого в каком-нибудь виде смогу получить? Ладно, в общем-то, китаец, ты можешь мне дать союз какой-нибудь. Какой мы, кстати, Лёш, будем с тобой заключать? Давайте. Я считаю, культурный надо. Че, Арчи, мы с тобой тоже культуру заключаем? Ну, я не знаю, даже, Димка, сейчас... Окей, тогда любой, кроме культурного, можешь мне кинуть. Ну чё, индейцы? Да. С испанцем союз, как оно? Историческо сложилось-то, а? Как оно? Готовы? Исторически сложилось, да. Я готов, я готов. Я два хода мне. И мне тоже два хода. Я заодно посмотрю, что... Видишь, тогда. Что это за культура, союз, наверное, вообще? 12, 10, 8, я 7. Принял. Да, я тут отстаю, конечно. Ну, собственно, как и перс. Ну, перса получше с культурой и наукой, вот благодаря. Да, да. Можно военным, если хочешь. Лёша, там еще ГГшки нашел. Просто, Димка, его там в любой момент можно поменять. Ну там же уровень скинется, да, союз? Нет. Нет, если меня не скинется, лол. У тебя просто халява. Ну почему халява? Ты набираешь уровень союза человека, какая разница, какой он. Ну, возможно, да. Просто я почему думал, что он скинется. Просто ты дошел до третьего уровня, например, там, в культурном, а тут начинаются терки, кто-то собирается напасть на тебя, и вы хоп, меняете на военный. Ну да, логично. If I were again beginning my studies, I would follow the create with the heart. Так, два хода. Водяная мельница. Ну, можно начинать конюшни строить. Они и жилье дают, как бы, и производство. Не дал ты мне найти.
Или все-таки строители лучше? Столько всего убирать или инвестиции в центр коммерции, блин. Как ведук красиво выглядит. Андром, продляем с тобой? Да. Я тебя кину. Вижу. И если что там, союз, что там, как он, какие там есть, какие нам выгодны, ты скажи. Ну, там все же союз на караванах, по сути, строится. Что-что? Культурный, наверное, заключим с тобой. Я говорю, все союзы на караванах строятся в основном. Будем пускать друг друга. Без проблем. Шаткой пока. Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consolewar.ru, и там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за 5 минут выход в космос, за полчаса развитие до фрегата, через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consolewar.ru и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». А это вот у индейца от его домиков, да, столько культуры? У Мапучи-то? Ну, да, у Сандры. У Кри. У него 66 культур. Нет, нет. Я взял Веру. Веру взял вот эту новую. Песнопение, Хорал Мьюзик. Я просто все фиксирую, что новое. Да. И построил несколько районов и домики. И за них получаю культуру. То есть я фиолетовый... Районы культурные заменил, получается, полностью эти, ну... Религии, да, так можно... Смотри, там вот еда, по-моему, вот от карточки на удвоение не увеличивается. Можешь там зачекать, если будешь карту вставить, увеличится ли культура, когда увеличиваешь количество... У меня получается, я вижу количество культуры от городов, да, которая идет. И нет, ты можешь открыть в этом, в городе и в районах посмотреть. Нажимаешь на город, там открывать. В закладке районов написано, что каждый домик дает. Вот, кажется, иду госслужба. У меня шрайн дает надо плюс 2. Нет, там понимаешь, есть карта, которая плюс в 2 раза купить. Увеличивает выхлоп веры. И на еду, если пантеон берешь на еду, вот этот, который еду дает, насколько ферма, то оно не увеличивается. Раз, ты можешь проверить, будет увеличиться культура или нет? Ну, фермы. Потом. Ну, я вот сейчас смотрю, я вижу. Просто я не знаю, как посмотреть. Ну, нажимаешь город, больше. Информация о городе и закладка района. Я понимаю, я просто говорю, что у меня почему-то я навожу... на район, у меня не появляется подсказки, сколько дает науки, сколько там за соседство там дает, да, ну вот такого нету. На... Да. Сейчас посмотрю. В смысле, если ты наводишь на район, то тебе показывают только бонусы за соседство. А для того, чтобы посмотреть, что в самом районе... У меня стоит Агадика, да, город. Агадика стоит город. Вот в нем... Нажми на него и на источником, показать информацию. Там закладка создать будет, там будет указывать каждый домик расписан. Ну да, я понимаю, ну вот. Так, пока я не отправляю туда, я открою госслужбу. Ну получается, дает столько же, сколько за каждый домик. Ускорение. Ну да. Сколько же культуры дает. А карты у тебя еще нету. Карточка у меня стоит плюс 100% Holy Site Adjusting Bonus. То есть у меня... А вот в реформации, которая на домике. А в реформации оно... Там же написано Shrines and Temples, только здания. Именно да, сами здания. У тебя от наук, культура... Карточки на здание у меня нету. У меня только за соседство района пока. Проверить. Я тебя прошу, вот, если ты выйдешь туда, то заглянь, да. Будет оно увеличивать культурку или нет. Хорошо. Потому что еда не увеличивается. Ок.
если будет давать, то это очень классно. Ну что, Арчи, скажешь хорошего? War. Сандра, не надо. Что с хорошего скажешь? Не надо нам такого счастья. Тут все нормально растет. Ну, потому что, блин, тут нехватка жилья в Роттердаме. Не понял, что скажу? Ну, я тебе кинул союз. Он что-то резко, наверное, передумал. Ну, это уже есть нехваточка. Ну, библиотека, правда, дает жилье, и тут сейчас закончится библиотека. Дает. Они хоть дадут жилье. Ох, дает, кстати. Сандер, глянь, сделка. Сейчас. Так, островы. It's all papers and forms. Yes. Меняем. Так, во-первых, быстро первого посла использовать. Так, тут еще не открыто, значит, так. Первый посол и поставим бонус кампусом. Так. Сколько у меня? 41,5, а стало 53,6. Здорово. Теперь, значит, отправляем первого посла в Кальдорин. И второго. Сразу три. Здорово. Теперь надо будет что-то открыть быстро, за один ход. Вот, чтобы влияние вернуть. И дальше дипломатическую службу через феодализм. 6 ферм. Теперь заключаем союз с персом. Культурный. Перс предложение. И с поляком. Поляк предложение. Так, и с китайцем что у нас? В итоге только мы с Лёшей повоевали нормально, остальные все друзьяшки такие. Слабаки. Не, ну там Калли захватили. Слабаки. То есть, Качечка, пошел. Качечка, слабаки. Ты научный заключил уже, да? Да, спешно. Ну, мы можем военный заключить, ну, чтобы качалось просто. Можем. Так, значит, теперь мне надо фермы фигачить и покупать больше рабочих. Так, вот тут вырубим труп, здесь ферму построим, здесь у меня будет ферма. Библиотека завершена. Ну эти жилья 6 из 6, было 6 из 5. Водяная мельница. А тут он обрабатывает рис. Нет, ничего не обрабатывает. Окей, okay. Кри, Сандру, я веду к тебе чувака. Ты мне дашь проход, чтобы я город увидел, и заключим торговый. Да. Без ускорения открою университеты. Так, амбар вот как раз. Нехватка жилья. И здесь нехватка жилья, амбар. Ну что? Уже по науке начинают догонять потихоньку. Вот с культурой проблема, но я думаю, что я это решу караванами, караванами к персу. Mysticism is the mistake. Польша. Давай хоть какой-то союз заключим. Ха-ха-ха-ха!
Это сильный союз. Что там? Там сильный союз явно. Религиозный союз сильный. Ну а хоть что там, понимаешь, пусть качается. Личный феодализм качнули. Но мне все равно фермы нужны, потому что они жилье будут давать. И тут я еще джунгли вырублю, чтобы тут троечка была. Надо купить. Может, все-таки культурный не передумал? Что экономически он... Там бонусы на втором уровне довольно слабые. Польша там еще... Да вы всегда можете их поменять. Я еще раз напоминаю. Вы заключаете вначале союз хоть какой-то, чтобы прокачать их до второго уровня. Слышь, Сандра. О! У меня есть. А, ну поменяй, может, тогда, на обычно. Так, жилье появилось. Окей. Деньги есть. Стоит ли мне тут акведук построить? Я бы тут, кстати, построил, наверное. Хотя тут рядом. Короче, есть алмазы на обмен, если кому-то надо. А у меня есть вино. О. Алмазы у меня тоже есть. А, вино у меня тоже есть. Это огромный континент. Континенты не пофиксили. Я уже вижу. Ты имеешь в виду какой? Ну, вот у меня... А, вот этот вот огромнейший. Маленький треугольный зеленый такой кусочек. Вот это так, континент. А у вас фиолетовый кусок говна. И красный такой же маленький. Ну, это прикольно. Белый внизу континент огромный. Что это за рабочий заблудший, Грей? Он разведует. Ладно. Так, у него 4 клетки ему в спида, а мне клетку купить надо гадочку просто. Пока бегает. Клетки неплохо. Где-то стильно. Ну, это золотой век. Тут еще ферму можно построить. Сейчас открою феодализм, можно будет еще на... А, нет, только прилегающие. Рабочим разведывать выгоднее, чем скаутам, вот таких. Нормально. Ну, вот Грею надо будет на культуру посылать. Все караваны. Все. Будут Петра в Утрехт строить. Так в итоге Арчи построил Петру, да? Угу. Давайте его на автомат поставлю. У меня нету особого... Я уже всех нашел. Какого-то особого... Желания что-то особенное открыть у меня нету. Слишком много союзов на квадратный метр. Да, да, да. А давайте еще с кем-нибудь научно вышло. Чивку хочу. Какой? Научный мне остался. Ну, давай со мной. А, нет, не получится, у меня есть уже, сорян. Мне тоже еще один остался, культурный. Кто говорит? Китай. Фаген, бедняжка. Так тут вот и... Клокачечки. Чего? ГГшка.
Ну да, есть там одна. Но это ничто. Польша, убери своего разведа. Или ты не можешь, у тебя нет границы, да? А это кто говорит и где мой развед? В Испании застрял. Правопроход для этого. Глянь сделку. Нет у тебя сделки. А сейчас? Не могу. Что-то нажал, но не знаю. Союз, короче, заключи со мной военный и пройдешь. А военный не могу заключить. А какой можешь? У меня только научный. А, блин. Я научный. Ну да-да, походу. Китайца ты дружбу примешь? Конечно. Кто говорит? Ну, испанец тебе кинул предложение. Че? А ты же мог просто эту клетку выкупить, бы его выкинуло. Я надеюсь, я в правильную сторону. Я закинул тебе культурный союз. Да, ну. Я ушел, если что. Ну, паузу поставь, наверное. Чтобы мы без тебя или не стартанули, или как. Может, ты походишь? Мы... It is the mark of an educated mind. Какая разница-то? Что вот паузу поставил? Ну ладно, 15 минут, да, ждем? Okay. Спасибо. Так. Что-то тут вырубаем. Проведем следовательские гранты. Хотя, я давайте уже университет строить. Поляк. Вложение. Чего, поляк? Вложение, говорю, шоколад хочу. А, раз очень хочешь, ладно. Вот, спасибо. Два морских ресурса построить. Две галеры это позже. Три лучше. А, ну давайте вот сразу машиностроение, собственно. Феодализм сейчас откроем. Акведук. Блин, мне, наверное, тут стоит еще акведук построить все-таки в Роттердаме. Здесь я вырублю лес. Ну или здесь я могу его тоже построить, кстати. Рабочую, а 85 стоит. Рабочий 185. Да, технологии меньше исследовано, но отрыв небольшой, кроме шотландцы, у всех остальных науки примерно как у меня, так что живем пока. Ну вот еще 82 у поляка. Вот у меня с культурой надо, но опять же повторю, это я буду к персу посылать. Вот у перса 48. Круто. Ну и там театральные площади он построил. Educated into gold. Так. Мечников раскрыли, надо их посмотреть, потому что у меня как минимум такой просит арбалетчика создать.
Нам надо будет сюда окончательно послов до шестерки добить. Этот лес еще вырублю. И рядом с рекой придется леса вырубать. Так, здесь строим еще фермы. Машиностроение. Навигация по звездам. Ну надо в Харлеме, как мне кажется, здесь гавань будет построить. Леш, на следующем ходу с кого-то подвинешь? А где он? У меня просто он на автомате стоит, поэтому. А, около Плотска? Угу. Окей, ты мне напомни просто на следующем ходу. А, он так он сейчас, наверное, подвинется, подожди. Да. Ага. Вот, все. Боже, Арчи, тут ты столько катапульт понастроил. Это для кого интересно? Арчи. Арчи. Война. Я что-то подозреваю, Арчи прямиком во рту идет. Ну там и танки, и арта куда еще идти. Ну да, то есть либо по леку надо. То есть я бы еще раз повторю, я напоминаю тактику Арчи. Он со всеми своими соседями заключает дружбу, а с одним не заключает, и на него радостно нападает. Потом... Значит, мы не будем давать дружбу. Значит, просто вот соседи Арчи, смотрите, чтобы все-таки имеет смысл помогать. Конечно, когда нету простой нету простого заезда и захвата соседа, какая-то войнушка. Кризисный союз будет, когда столица заберет, можно все карты. Да, будет кризисный союз, если только при условии, что если люди с ним не в дружбе. Если они в дружбе, они не смогут в этом союзе участвовать. Тебя перестают дружить с этим вармонгером. Все обозначили. Я хоть давно не играл, но я помню, когда кто-то молчит, не реагирует никак на какие-то вот такие вот разговоры, это значит, что он готовится действительно к войне. Все, спалили Арчи, да? Конечно. Там же 4 города. 4 города трудно до конца сидеть. Ну, какой-то уже очень поздний выход делает, мне кажется. А вот когда генералы стакались, было прикольно на бомбардах и мушкетерах выезжать. Ну, не стакающиеся генералы прям классная штука. Кстати, я обратил внимание, что вот они в том патче, где убрали стак генералов, это проходит под заголовком правки баланса, а не правки багов. То есть, видимо, они так и задумывались все-таки, типа... А, то есть полтора года пришлось потратить, чтобы найти баг? Нет, это не баг. Генералы классно работали. Я не знаю, что это. Видите на них? Да, целый год с стаком играл. Вообще замечательно. Ну, потому что это, опять же, одна и та же... То есть, один путь игры, получается. Ну, что замечательно работает. Я даже с самолета играл с генералами, ничего. Ну, Катечка, давай, скажи мне хоть одну игру, где не строили первым военный лагерь, когда был стак генерал. Когда строили священное место. I'd imagine the whole world as one big machine. Да. With the advance of feudalism came the growth of iron armor. Until, at last, a fighting man resembled. Ну, не знаю, пока я не хочу ничего менять. Плюс 2 золота от всех. Ну, это ж я хотел построить это. Кто? Производство, может, новые я? Строители. Ты им? Ну. А где ты его мог построить? Почему нет? У меня озера есть. Да чё, у тебя ни одной гавани нет, как ты мог его построить? Ну я хотел, я же не сказал, что я буду его прямо сейчас строить. Ну, хотел. Ты долго очень что-то хотел, знаешь.
Иху. А колосса он увели, что ли? Колосс только на побережье. Колосс. Я не выучил тех. Почему я колосс? Блин, дорого. Не, ну надо все равно сейчас уже брать. Колосс. Да, надо уже апать. О, так я поставил апать. Этот город долбан. Так, кого мне тут? Генерала, видимо. Ну, прикольно. Я на ход опоздал карточку поставить, а если Амани уже заехала, то карточка на первое послание работает. Обидно. А чё за фигня? У меня какой-то кулак, типа, красный в Карфагене. Ну, он отвалит. Это влияние низкое. Восьмерку нажми, на 12 ходов. Вот если наведешь на него, лояльность да. теряет. Тебе надо нужно губернатора туда... посадить. Губернатора, да. Любого? Ну, любого, да. Ну, видишь, там вот от жителей минус 2, потом от губернатора 0, от довольства 0, и еще какие-то другие эффекты минус 2. Не знаю, что за другие эффекты. Ну, посадишь... Может, соседство с другими. Попробуй довольство увеличить, там попробуй еще что-то. Минус 2, это, наверное, кто-то там, может, Амани взял на минус 2 соседям. Ну, сейчас посажу туда чувака какого-нибудь. Вот, через 5 вот ходов. Взять Ляна, аквакультуру строить в этом. Там, по-моему, гарнизон еще увеличивает. Внутрь. Или можно карту вставить на гарнизон. Там, смотри, есть. Давайте, наверное, Ляна в Утрехт. Мне вообще желательно во все города посадить. Далековато от моих вот основных еще городов. Пингалу но... взять. Ну, смотри, там каждую клетку уменьшается на 10% влияние твоих городов. То есть на 10-й клетке влияние, ну, на лояльность позитивная уже 0. Хотя он города, смотри, 7-я, 8-я клетка, то есть они почти не влияют на них. А вот Польша, видишь, рядом. И у него города 8, 9, 8, мой 10 город. Что Карфаген может отпасть. Вывод. Что держать... Карфаген... ближе к Польше, да? Типа, да, да. Он как бы больше к ней давлеет. Ну, если он вырастет много, там вот население свое тоже увеличивает. По-моему, свое тоже увеличивает. То есть надо отрастить, посадить губернатора, и ну, можно карты какие-то вставить. Там есть зеленая, красная есть на гарнизон. Так, что у нас с городами дальше? И а ты знаешь... такой, какой-нибудь типа подавить это восстание массовыми расстрелами, там вот такого нету ничего. Ну, смотри. Казнь женщин. Он взбунтуется, станет вольным городом, и ты его можешь сразу захватить назад. И ты еще, наверное, построил этот правительственном районе, который дает минус 2. Да. Городам без губернатора. Вот это вот дополнительный эффект, это вот как раз, наверное, минус 2 вот это. Понял. Все равно этот Карфаген спасут массовые расстрелы. Массовые расстрелы всегда помогают. Децимацию никто не отменял. Куда бегал? В Спарду бегал. Ну давай теперь в Пасаргады. Меньше, конечно, денег, но нам надо тут торговый путь, иначе мы просто не сможем в остальные города отправлять.
Сандар Брюней. Хатичка, посмотри сделку. Давай. А, Арчи собирается Бандар Брюней захватывать. Ну, мне просто некуда сидеть. Я бы не захватывал, конечно. У меня там 6 послов. Жалко. Да. Дороток. А мне вообще ничего не захватывать. 7. Ну да, 7. Селиться некуда. Фу. Продам шоколад. Десять ходов до конца эпохи, и походу я опять в нормальную эру свалюсь, блин. Тут реально темные века прикольнее, чем нормальная эра. Я не знаю даже, что мне делать, чтобы... Сколько мне тут очков? Блин, один... Два очка набираю и сваливаюсь. Я могу это набрать на великих людях явно. А чё никто не взял? Это Калиш, специальный город на отпад. Я просто чё никто не взял этот? Так, сейчас я зачем ты его поставил? Ну а почему нет? Нормальный город. Фу. Надо было ставить на клетку ниже, и тогда было все нормально. Клетку ниже не вариант. Мне. Тогда б не было этого Калиша. Тогда б не было, да. Да, такой добрый был. Давайте рынок не будем тут строить, а мы построим. Интересный Калиш, конечно. Он, по-моему, его и так можно лагерь вниз поставить. Нет, нет, смотри, нет. Там вот Бык, Дыщ, Краков, Гданкс вокруг него в трех клетках. И... Ну, город убираешь шпионом, ставишь карточку на лояльность, снижаешь лояльность шпионом, он отлетит. Это все, конечно, здорово, но смотри, там Гданкс 12, Краков 12, Быгдыш 8. Сколько? Раз, два, три, четыре. На пятой клетке, да, в обычном. Ну, надо тестить, мне кажется, хватит одного шпиона. Смотри, вот Гданкс дает 6, Краков, градостолица всегда на единицу больше. Вот нормальный век он даст ему. 12 плюс 12 18 выигрыш 1 2 3 4 на 4 клетке 60 от 9 и 6 сколько это 24 плюс 24 от городов, да, шпионом плюс 20 допустим раз в два хода с зеленой картой я буду снимать. Ну а твоих городов тоже лояльность идет, ну не такая большая, только от Цзуаня много идет. Не, можно конечно, но морочится. Но я... он же не будет. Он да, же не будет смотреть. Небольшой этот. Уточню, кто возможно не. Лёш, ты пропал. Я не пропал, тут просто шумели рядом. Я хотел уточнить тем, кто опять же играет в сетевую в Rise and Fall впервые. Теперь при взятии великих людей. Если вы одинаково набрали очков, то не дается первому. Теперь дается всем, и кто первым нажмет взять этого человека, тот его и возьмет. Вот так Димка у меня уже забрал одного хорошего ученого. Так что... Нет, я его купил. Следите за этим. Реально, то есть, если его вы там купил отстаете... в тот ход, когда я набрал очки на него. Нет, я видел, что там не набрал очки, ты еще не успел. Ну вот на университет ты это имел в виду? Да, да. Но там не было набрано. Если честно, я давно не видел таких штук. Обычно следят и выкупают верой или деньгами. О, Арч. Ну, а Тимейн, здорово. В этот раз у нас есть возможность весь мир затимить, как бы ты оттуда, я отсюда. Опять тиммейт. Сколько можно вообще, ужас.
У тебя же вроде, кроме Чэнду, везде нормально. Идем. Чё ты? Я не понял, а что Чэнду не так? Не, в том плане, что там жилья нет. Хайду. Ой, блин, а я сразу и не понял, что это за чудо у меня такое крутое рядышком. Да, там и так 15, зачем там? Маттерхорн, проходящие наземные юниты рядом с горой Маттерхорн игнорируют холмы до конца игры и получают плюс 3 к боевой мощи на холмах. Охренеть. Да, это инки. И новый мир еще поставили, зашибись. Она у меня прям в столице, вот я все юниты могу... Я думаю, что там выскакивает, горная подготовка какая-то, я мимо пробегаю. Горец ты, ё-моё. Чудо-то было. Горная подготовка. Так у меня же горцы тут, кстати, уникальный юнит. Я тебе говорю, всё сложилось. Блин, причем действительно, хорошо. У тебя в третьем радиусе. Так, я предлагаю ввести эмбарго. А чего вообще с ним торгуете, не знаю. Ну, культурка, все дела. Димка, хватит качать твоего убийцу. Я его не качаю. Научный союз, наверное, заключили. Не, нет научного союза ни с кем. Ау, вау. Ну ладно. Ну как ты его не качаешь, если у тебя союз с шотландцем и у шотландца еще союз с испанцем? У меня нет с ним научного союза, у меня культурный. Ну а корпуса вообще нафиг не нужны. Нафиг не нужны. Через 8 годов все пропало. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. Сейчас я могу где-нибудь этот построить. А, еще один ход. Поляку отправлю этот караван. Да, как раз акведук, здорово. Дипломатическая служба, вот, чтобы вот этот ваши торговые пути к городу союзника дают 2 пищи и 2 производства, очки союза растут на 25% быстрее. Вот оно мне надо, а потом пойду в торговую республику. Тут у меня уже все ускорено, я вижу, да? Только 2 каравеллы нужны. А для каравелл мне надо 2 гавани построить. Примерный план понятен. You can't go around arresting the Thieves Guild. I mean, we'd be at it all day. The more science intervenes in warfare, the more will be the need for engineers in the. Есть литры, у меня прям город на них стоит, отлично. Военная инженерия банковская делает книгопечатание ускорено. Здорово. Зачем тебе, Димка, это чудо в озере? Может, не надо? Ну, 3 счастья. Чем плохо. Я просто же устроим. Будет печально, если опять его не успею построить. И у меня клеток просто под озеро немерено. Будет, мне будет очень печально. Ну ладно, тут один ход, один вроде. Ну смотри, ты можешь его не строить, галеры. Тогда как бы и огорчаться нечем. Вот 2 гавы не надо построить. Хорошо.
Я не буду доиграть. Сторси врага при помощи мушкетера. Рыбацкая лодка дает две гавани. И каравелла. Так, ну и наймем Пингалу в последний город. У меня, потому что в правительстве построено здание, которое вот всех... Так, этого я в Краков хотел отправить. Так, этот бегал в Амстердам. Тоже давайте в Краков. Сейчас дипломатическую службу открою, возьму эту карточку, у меня примерно так же будут еду давать, как и до этого. Так, тут акведук закончен, кампус построен. Что с промышленной зоной? О, круто. А, так... Да что, я поставил. Или ты не ко мне? Тебе, да, к тебе. Аж смотришь, у него 11 уже будет. Он думает, может, не надо броной захватывать тогда. Если так посчитать, так 11, да, знаешь? Не, ну он вообще пошел прокачивать эти, видишь, катапульты чуть-чуть. Чуть-чуть качнуть на второй уровень, чтобы они по людям били без штраф. Ну правильно. Сказывает, селиться некуда ему. Ну мы знаем, что он задумал. Так, и тут надо до 10 вырасти и построить гавань. Поверь, Гачка, я лучше бы убил... Ой, лучше бы поставил два города, чем убил такую ГГшку. Может, не надо убивать? Ну, короче, поздно. Внизу вон посмотри место сколько. Там такая классная тундра. Смотри, тундра, там рыба. Белая тундра. Ну, Арчи, посмотри, там вот тундра и лянь. Слушай, 5 я уже Калин поставил, скрипя смертом. Думаю, ну ладно, 4 города, ну хоть какой. Нет, Арчи, ну смотри, там вот этот, уникальное улучшение, рыбный промысел. По 4 еды тебе даст. Ну, раз, два, три, четыре, пять клеток. И куча холмов. Тундровых. Я не знаю, в чем проблема там город поставить. Не, конечно, это плохое место. Ты справа под Стерлингом хочешь предложить. Я прям поселиться... южнее Стерлинг. Ну да, там дофига да. Холмов. А я предлагаю левее Кулена. Левее туда, вот клеток 5. Вот там ровная такая местность. Не, лучше под Калином. Там че это, как его? Десадра, вон в снега как раз он в кампусе к горам поставились. Вон там он, где лес заканчивается. Да. А чё, собор Василия Блаженного ставишь? Чуду, который в снегах играл. Ставишь, там и все круто. Было, сейчас надо глянуть. А ну как раз достроится ходу к 210-му где-то. Так он инженера, может, возьмет. У него смотри, сколько очков инженера. А вообще инженера кто-нибудь берет? Я возьму этого, мне нравится, классно. Стены бесплатные еще. There is nothing but a plank between a sailor. Там, кстати, не написано, что они бесплатные. Не бесплатные. Ну, не написано. Раньше было написано, при этом они будут бесплатные, помните? Да, было. Сейчас так стены по умолчанию бесплатные. Я считаю, это лучшее место. Да. Вот Арчи. Почему ты там не поселился? Вообще отлично было бы. Не, я говорил клеточку левее, чтобы в упор сразу кампус, там центр города. Вон там на Реву 4 прям. Ну, видимо, в него отправлю. Хоть и меньше денег будет. Так, тут университет завершен. Строители 200 стоят. Ну, надо будет купить строителей. У меня ни одной каменоломни нету. А я шпионов еще не могу строить.
Еще не могу. А где вообще шпионы открываются? На дипломатической службе, да. Мне картография для каравелл нужна. Каравеллы я смогу... Мне надо две квадриремы надо будет построить. Ущербинск. Я отвык от твоих названий, понимаешь? Ладно, удалим. Так, а что тут так мало? А, он перестал на... Сейчас я тут ферму построю. Быстрее пойдет вот еда. Мои южные вот эти... Слушайте, вот индейцы. Даже выйду. Там это получается века. Кто там? Это Чили типа, да? Что-то такое? Ну да, типа. Чили, Перу. Типа Анды, типа Снежок даже есть. Отыгрывает. Видите, город поставил там. Кстати, великого инженера сколько у... А мы с персом. Вообще нормально, без... чё, Килиманджаро? Да, так неплохое чудо. Блин, перс, посмотри, вот сколько у них очков великих инженеров у всех. Они там уже понастроили этих промышленных зон, а мы с тобой как эти. Ну, конечно. Зато мы сражались, у нас стойкий народ, а там неженки сидят. Походу, острова веселые, да, на карте теперь? Но на этой точно какие-то хорошие острова, я смотрю. Ну, острова вообще, в принципе, веселые. Ты вот то, что у тебя еще ДГшка хорошая. Ну, вон Окленд появился там на карте. Ну да, только я не вижу, где он. Я нашел его тоже только что. Ну, он по Сагарды и туда. А, вот, нет, я его нашел. Точнее, он меня нашел. Китайского лидера такое серьезное лицо, несмотря на ту хреновину, которая у него на голове. Такой смешной. Я вроде вебку не включал, не знаю. Откуда ты? Ну вот этот рыбный мне дадут? Очки. По идее, нет. Не дали. Нормально. А Окленд на острове, да? Ну нет, туда есть проход на самом деле. Просто туда проход в одну клетку. Я его вижу, а бы не нашел. Прикольно. Я могу построить там в этом, короче, в фиолетовом этом новом районе, типа называется, как он называется? О, кстати, да. Grand Master Chapel. Ну, короче, это как типа часовня великого какого-то там мастера, которая позволит мне за веру покупать наземные юниты. Да, причем до конца игры. Неплохо. Веру вообще сильно усилили. То есть можно без теологии спокойно. Без теократии. Теократия. Так, а теократия теперь что-то другое дает. Теократия сейчас... Нет, скидка. Тоже позволяет. Она дает платить? Скидку. Нет, она дает скидку за покупки, на покупку за веру. Разве не дает? Ну, Александра что-то тут спрятал. Ну, посмотри, она дает... Плюс 5. А, и причем это, по-моему, что тут что-то конкретный бонус, а что-то бонус наследия. Эх, Димка, ты же не хотел строить это чудо. Так я до сих пор не хочу. Так заканчивай с этим. Ты представляешь, у меня 12 клеток озера. 12. У меня 6. Ну, это в 2 раза меньше. Подожди, какие у тебя 12? Что поделать? Я вижу 5 клеток у тебя в озере. Тут 5, сверху 5 и еще 2.
Всего 12. А разве он не дает только в том городе, где ты построил? Нет, всем. Ну, во всем не, дает. Радость только в том, где построил. Нет, радость, радость, да. Тут дело даже не в радости, а 12 клеток обрабатывать, которые можно. Я не вижу 12 клеток ни у кого. Ну, вот у меня они есть. Ну, вот я вижу минимум 8. По саргадам я не знаю. В саргадах как бы 7, и еще 5 в Антонарии. А, да, есть так. Да, точно в Империи. Это круто. Да, для Перса это крутое чудо будет. Голландцы как-то так заспавнило хреново, если честно. Походу, вот испанцу закинуло вот это острова, и получается украла территорию частично. Но он хотел карту испортить. Ну да. Не, ну кстати, на удивление, я смотрю, у испанцев хорошая территория. Необычное дерьмо. Ну как? Меня? Да нет. Два города только хороших, и все. Три. Три города хороших, я вижу. Остальное так себе посредственность. А вот этот риф какой-то новый, да, появился? Улучшение на море. Ну, риф, кстати, классный. Арчи, а во что ты вышел? А его нельзя улучшать, да? Только рыбы. На нем рыбки могут быть. Можно, если на нем рыбки стоят. Ну, я имею в виду только рыбы, риф отдельно нельзя улучшать. Не. А эту, даже вот этот, по-моему, райончик нельзя строить губернаторский. What gunpowder did for war? The printing press. Удалю эти джунгли. Надо еду строить. Не, плохо, плохо у меня тут. Будем только надеяться на союзы, что там все друг с дружкой воевать будут. Это начальная война очень плохо сказалась на состоянии правительства с 6 политиками. Здесь две каравеллы нужны. Ну, тут сначала гавань надо построить, потом я построю триремку. А каравеллу мы как раз ускорится две гавани. Вторая гавань вот здесь сейчас Харлем десяточку станет. Лесопилку надо, кстати, тоже где-нибудь все-таки построить в каком-нибудь лесу. Банковское дело пока откроем. ГГшки у нас всего 3, причем Бандар Брюней захватывают. А Нанмадол далеко, я не смогу торговый путь проложить. Ну, говорят, где-то здесь еще за Персом еще какие-то ГГшки, надо там побегать. Кстати, знаете, может коляску туда и отправим. Блин, все-таки в нормальный век. Что-то марчи строит-то. Все-таки в нормальный век выходит. Пушки вышел или куда? Мушкетеров я не ушел. Не знаю, что ты так волнуешься. Тебя сначала поляка снесут, если на тебя пойдут. Ну, ничего страшного. Вместе с чудом, между прочим. Чудо еще, понимаете? Сколько ходов, Димк? Сколько ходов? Ну, я тебе не буду говорить, ты расстроишься. Слушайте, ну, у меня один. У меня тоже. Три хода. Кому нас интересно? Один ход.
Интересно, кому выпадет. Не, ну, мне, кстати, очень печально. У тебя город нормальный, а мне обрабатывать нечего реально после этого. Ну, ты знаешь, у меня тут город не растет, ему не на чем расти. Так хотя бы... А у меня, в принципе, нет клеток один на обработку. Они, в принципе, отсутствуют. Потом тут говно начнут строить. Так, здесь... Здесь амфитеатр. Кампус на ноль поставь. И шпионов я смогу отправлять. Так, пока у меня тут еще один внутренний. Арчи, зачем ты забрал Махенджидар? А почему бы и нет? Ну, я просто не пойму смысла. Просто ради культур? Не, потому что я на тот момент не видел ни одной ГГшки, кроме нее. Кстати, спасибо, что напомнил, надо переводить. Всегда рад. Классно, у них там армия есть. И производство есть, и все есть. Мы тут сидим, вот я только не понимаю, что... Какие проблемы у китайца, например, он чисто домики строит, сидит. 112, ну, знаете, по науке я более-менее уже догнал. Ну, по техам, конечно, отстаю, но... Так, тебе надо культуру поправлять, потому что у меня 50, а тут... Кстати, вопрос на 11. А если при переходе в новую эру драйвится чудо, потом пересчитается очки, или наоборот? Вход считается на конец хода прошлого. На начало хода ты уже типа эру выбираешь в начале хода, хотя ты знаешь, сейчас нам расскажешь. Я не хочу. Подожди, ты же есть чудо сейчас построишь, что нет, ну еще два хода, ну три, два хода, ну, три у меня, у меня сейчас два чуда достраивается. Ну тебе одно не нужно, отменяй. Вот как раз таки одно три года. Я, пожалуй, военный лагерь как раз в упор к этой горе поставлю, чтобы там сразу ее нет. А она сразу дает? Ну, когда рядом с ней. Там будет появляться юнит сразу. Загляните на Console Wars, ссылка в описании к этому ролику. А на этом пока все. По задумке продолжение должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.